аварийное освещение. Вероятно, лаборатория стоит покинутой многие годы. Доступ разрешен. Доступ запрещен. Панель доступа к внешней двери активируется с помощью цифрового кода или мастер-ключа. Доступ разрешен. Это очень полезное устройство. Оно вырабатывает электричество из воды. Если в лаборатории есть такие полезные предметы, то это действительно отличное место для проживания группы людей. Бронированное стекло. Я не смогу его разбить. К тому же я еще не пробовал попасть туда обычным способом. Охранная турель. Не функционирует. Вероятно, из-за отсутствия питания. Если не отключить охранную систему, могут возникнуть проблемы. Лабораторное оборудование. Его предназначение мне неизвестно. Эта дверь отделяет внутреннее помещение лаборатории от шлюза, в котором я нахожусь. Доступ запрещен. Требуется герметизация отсека. Доступ разрешен. Доступ разрешен. Лучше больше ее не трогать. Эта пища для меня бесполезна, но, возможно, я найду ей применение в будущем. Похоже на комнату для обеззараживания. Доступ разрешен. Не работает. Питание не подается. Проверьте работу генераторов. Питание не подается. Проверьте работу генераторов. Ошибка запуска процедуры очистки.
элементы пищи. Доступ разрешен. Идет процедура очистки. Процедура очистки завершена. Модуль для апгрейда имплантов. Он подходит только для людей. Я бы хотел здесь все обыскать, но у меня нет времени. Лучше займусь этим, когда мы перевезем людей. Доступ разрешен. Судя по размеру генераторов, исследования в этом комплексе требовали огромных затрат энергии. Подача энергии восстановлена. Инициализация всех систем лаборатории. Система вентиляции не отвечает. Система подачи воды не отвечает. Старшему инженеру необходимо подключиться к главной консоли для устранения неполадок. Работа генератора уже восстановлена. Теперь нужно обследовать другие помещения.
разрешен. Идет процедура очистки. Процедура очистки завершена. Ошибка запуска процедуры очистки. Только изделия из ткани. Для меня они бесполезны. Это пища. Доступ разрешен. Введен чрезвычайный режим. Консоль системы безопасности заблокирована. Для разблокировки введите пароль или активируйте консоль с помощью главного компьютера комплекса. Доступ запрещен. Консоль системы безопасности. Введем. Деталь для охранного бота, которая упоминалась в записке. Я его не обнаружил, но, возможно, эта деталь мне еще пригодится.
Вчера в лабораторном отсеке снова произошел инцидент с токсином. Снова. Это уже третий случай за месяц. Ваш персонал игнорирует технику безопасности. Проведите инструктаж, найдите виновных. Сделайте что-нибудь, иначе нам придется урезать вам финансирование. Вы знаете, во сколько обходится госпитализация персонала? Через неделю предоставьте подробный отчет о проделанной работе. LCD-панель очень старой модели, без функции интеркома. Она способна только принимать видеосигнал. Эти турели активны. Мне нужно избегать их сканирующего поля, иначе они меня уничтожат. Доступ разрешен. Этот 3D-сканер способен считывать форму объекта и создавать на ее основе воксельную 3D-модель. Промышленный 3D-принтер позволяет создавать детали любой сложности из суперпрочного полимера. С его помощью можно будет делать различные предметы и запчасти. Он определенно нам пригодится. Нет сигнала. Хотя это место заброшено уже много лет. Оборудование не повреждено и находится в рабочем состоянии. Почему никто не вернулся за ним? Здесь остались различные пробирки и колбы, но все холодильники пусты. Личность сотрудника подтверждена. Консоль системы безопасности разблокирована. Кто вы?
Ивин. Интерактивный виртуальный интерфейс. Моя задача – взаимодействие персонала и систем лаборатории, а также обеспечение безопасности исследований. Отключите систему охраны. Извините, у вас недостаточно прав для выполнения этого запроса. Воспользуйтесь ближайшим терминалом охраны. Что вы знаете о людях? Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Эта информация мне известна. Что вы можете рассказать о деятельности USS? Извините, в ответах я ограничена. Правильно задавайте вопросы. Похоже, она ограничена не только в ответах. Почему люди покинули эту лабораторию? В связи с утечкой ядовитого токсина SCR-CRW весь персонал был срочно эвакуирован. Лаборатория небезопасна для людей, пока я не найду способ перезапустить систему вентиляции и отключить турели. Эти источники бесперебойного питания крайне редкий и ценный ресурс, но я не смогу перенести их, потому что моя конструкция не выдерживает больших физических нагрузок. Когда уже починят раздатчик пищи? Он опять выдал расплавленную жижу вместо шоколадного батончика. Мне надоело ходить через всю лабораторию за нормальным батончиком. У нас и так на кофе всего 15 минут.
или больше нам не угрожают. Система рециркуляции воздуха запущена. Ожидаемое время очистки – 1 час 12 минут. Я должен поскорее отправиться на место встречи. Арти, не возвращайтесь в госпиталь. Повторяю, не возвращайтесь в госпиталь. Мы срочно эвакуируемся. Сюда приближается несколько полицейских аэрокаров. Нам удалось угнать шаттл, и Флетчер сейчас летит на нем в городское депо, чтобы забрать людей. Отправьтесь туда и предупредите их о случившемся. Видимо, полиция каким-то образом узнала о наших планах. Я свяжусь с вами позже. Сообщение отправлено полчаса назад. Полиция могла устроить в депо ловушку. Надо перегрузить двигатели, чтобы как можно быстрее туда попасть.